Итак, друзья, всем привет! Сегодня будем запускать Toyota Corona. Не вирус, просто Corona. Братан у меня ее купил за 23 тысячи рублей. Сейчас вам покажу ее. Я видос снимал где-нибудь вот тут вот. Подсказоньку оставлю, чтобы перейти посмотреть. Так, вот она, эта Corona, но не вирус. Toyota. Не такая белая, была дизельная. Она уже вся во льду. Колеса спущены. Наклейка. Куплю ваш автомобиль. Кто-то хочет этот видролет уже купить. Такого вот она цвета белого. Бензин. 4 SFE мотор. Да, 4S. Вот такой вот агрегат. Тогда я снимал его ночью. Подбитая ворона. Крыло деланное, сгнившее. Тут что-то, какой-то динамик валяется. Тоже было объявление. Что-то висело. Так, машина закрыта. Порогов на ней нет. Кто-то пытался слепить порог из монтажной пены. Вот такая тачка за 23 тысячи рублей. Неизвестно, что с коробкой, с мотором. Мы ее не запускали. Так и купили. Ну что, жду брата. И будем пробовать запускать. Итак, друзья, братан приехал. Аккумулятор варта мой. Давай, открывай капот. Видно, машина долго стояла. Все вот в такой ситуации. Что мы тут имеем? 4S мотор, да? Кто-то мне там в комментариях писал, когда эту машину выложил, что это типа 3S. Вот нифига не 3S. Вот у тебя тут шланга не хватает. Подсос воздуха будет. Этот шланг должен идти сюда. На клапанную крышку. Да? Да. Датчик тут должен быть. Что за датчик? Да, какой-то там двухконтурный сравнивающий. Да, как мы будем заводить без этого датчика? Так вот, затем здесь все, здесь тоже. Здесь, в принципе, можно затыкать. Ну что, аккумулятор ставим. АКБшечку. Заткнуть надо. Она же заводилась это немножко-то. Или она без него заводилась немножко. Угу. И тут он, датчик стоит, и тут нет этой гофры. О, нифига. Слышишь, а у меня и такого нету датчика. Типа расхода воздуха, может, что-нибудь такое. Тут же дат должен стоять, датчик абсолютного давления. Вот у меня он здесь он стоит, а тут его нету. Прикинь. Здесь какой-то датчик должен стоять, фишка-то висит. А здесь? Ну, его нету. Там что, пусто выросла капуста, да? Фиг его знаю. Тут реально, вот я такого, у тебя были на разборе такие вот, с таким датчиком? Да, у меня все такие. Да? У меня сейчас капот открыть, у меня такой фигни нету. Один ключи-то заморгало. Что заморгало? Сигнашка? Да. Сигналка-то работает, да? Ага, открывает. Так, руль тут волк. Да. А, эта дверь не открывается, да, у тебя? Сейчас заглянем в салончик. Тачка за 23 тысячи, Идрен Батон. За 1003, за 1003. Какую уж я гадюку пригрела на груди. Так, обшивочки тут нет, не было обшивки-то, да? А, лежит, ты снимал. Вот у нас замок, значит, взломанный, так сказать. Мы его вскрыли. Где тут личинка-то? А, вот замочек уже слоя поставил. Так, подожди. Что тут у нас все лампы загораются. Пойду я заткну эту трубочку-то. Подожди секунду. Ты бы лучше садился сюда, можешь газку поддать там. Сейчас я туда эту трубку. А у меня тоже не слышно на Toyota. Его вообще не слышно. Вот, тихонько работает. На шевике вот слышно. Чуть-чуть.
На волковозе так вообще громко слышно. Давай, пуск. Полетели. Слышишь, чё? А через клапанные крышки там какой-то выхлоп идет. Где там датчик-то должен быть? Где? Какой-то вот, ты говоришь, тут вот шланг или датчик. Датчик. Выхлоп, это нормально? Ну, газы. А, это типа сапуна, да? Ну. И он сюда идет, да? Ну. Вот так вот она раскручивается и не заводится. Можешь завести секунду, опять это бухнет. А этот ты не пробовал отключать, может, фишку снять с него, чтоб типа как в аварийном режиме, воздуха-то, видишь, нет, да? Какой-то интересный датчик вообще, типа, да? Типа кислородного что-то. Какой-то пластиковый он. А ты с полностью открытой заслонкой запускал, да? Угу. Ты посмотришь. Сейчас я попробую крутануть. Берем батон, ласточку. А, да, давай ключик. Ух ты, блядь, сиденье как далеко. А, Бог, держи камеру. Так. Давление не гаснет, когда начинает хватать. Зажигание, может, что-нибудь? Я всякой разной крутил уже. Блять, как-то она... И пахнет этим каким-то не сгоревшим бензином, чем на таким пахнет. Как будто не все форсунки работают, да? Может быть. А он что-то горел, там что-то какой-то коллектор рассыпался, востёр вроде всё на месте. Вообще, смотри, блин. Иногда не на всем газе, а на полном не работает, на половинке где-то начинает работать. А-а-а. Я когда я пытался продать в группе, все типа пишут, если не заводится, может компрессии нет, там туда-сюда. Да. Но наш почти заводится. Да нет, в нем. Может, конечно, попробовать покрутить его. Да не, я думаю, не в нем дело-то. Потому что как-то она прямо видела ее. Я аж колбасит три. А где у нее форсунки-то? Это козлячьи находятся. По козлячьи, они. Это что, сирена у них или что-то стоит? Что-то так... О, тут какой-то, слышишь? Там какой-то блок, хрен пойми. Какая-то схема, сирена, наверное, да. Посмотреть бы, все фишки ли на форсунках надеты, глянуть бы. Друзья, по стальную перемычку в диагностический разъем. Где у нас тут чек-то, с какой стороны? Сейчас вот будем двери. Читать ошибки. А, нет, вот. О, дым мигает. Замигал. Он чек замигал. Где он? Два раза мигнул. Как раз где? Сверху за катализатор. А, вот. Раз. Раз. Два. Два. Все. Подожди, не выключай. Три. Раз. Два. Три. Четыре. Два. Четыре. Раз. Два. Так, раз. Раз. Два. Три. Четыре.
24-я ошибка, короче. Сейчас посмотрим в интернете, что такое. Короче, 24-я ошибка, это вот этот вот датчик. Похоже, он температуры на впуске. Датчик температуры на впуске. Я не особо разбираюсь, но сейчас мы снова подключили его, включаем зажигание. Слен, давай, врубай шарманку. Посмотрим, что нам чек выдаст. Так, овердрайв моргает. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Все так же. Все то же самое. Давай. Короче, кто знает, что это, подскажите. Мы не шарим. Ремень, вот сняли крышку, ремень вроде на месте. Натяжка вот такая. Вроде на месте все, хрен его знает. Сейчас, короче, друзья решили свечки выкрутить, посмотреть, сырые они, залитые или нет. Как-то непонятно вот. Аккуратненько выкручиваем свечу. Что-то первый цилиндр, да? На первом цилиндре. Давай, Слен, доставай. Масло. Свеча в масле. Это, наверное, колпачок пропускает между. Да, а тут-то ключами. Смотри, какой электрод маленький. Капец, вот как это показать. Не фокусируется, но он очень маленький. Это нормально, нет? Да? Но. НЖК. Ты где такие свечи отжал? Интересные очень вот. Электродик вот не фокусируется. Стояли здесь вот обычные виски. А видишь, они прям черные. Видимо, расход большой был. Да. Бенза. А на обоих свечах и там также такие же симптомы, да? Да. А давай ставим свечу, посмотрим на искру. Какая искра вообще? Сейчас проверим. Это было. Прикинь, без одной свечи работает. Без одной свечи работает, прикинь. А искра там на ней была вообще, да, нет? Да, есть. А ты видел, как маслом херачит? Это нормально? Там бензин. А, бензин? Да. А ты знаешь, в чем фишка? Что с камерой-то случилось? Хуй знаю. Ты знаешь, в чем фишка? Да. Хочешь, прикол тебе расскажу? Без одной свечи надо ездить. Нет, лейка не погасла вообще. А, нашей давления нету. А масло-то есть в нем вообще, нет? Ты смотрел? Что там на щупе-то вообще? Там что-то есть? Я наливал, был вообще без масла. Было вообще без масла, да? Ну, литра два, наверное, да. Нифига. Короче, лейка не погасла. Ты видел, она работала? А. Я офигел. А искра-то была? Да. А поменяй-ка вот эту свечку на другую какую-нибудь, ну, на ту козлячью, которые были. Но лейка не погасла. Похоже, мотору кобзда. Я что-то так думаю. Есть. Такой же у тебя мотор-то, да? Да, тоже 4S. Точно такой же получается, да? Ну, я еще на той хотел менять. А, вот ты который с Екатеринбурга-то привез? Да. Прикиньте, друзья, на трех работает. Бросай, ничего не будет. Некоторые говорят, что это типа зазор там, все это фигня.
Я такой палкой заводил волшебной. Подожди-ка. Вот эта вот палка. Только от нее машина заводится. Вот, палочка будет. Выручалочка. На, держи камеру, снимай. Палку нет. Короче, пошли мы палочкой заводить вот этой. Только от нее заводится машина реально. Сейчас попробуем. Палочка, выручалочка. Эту машину не угнать. Так. Пуск, короче. Так. Запуск. Еще попытка. Бля, она хочет и что-то тормозит ее. Сходи, сдерни с первого цилиндра просто провод. Свечку не выкручивай. Просто провод аккуратненько достань. А потом я еще накручу. Ну, сдернул. Давай, запускаю, снимай мотор. Мне кажется, тут моторов она. Ну, одевай снова. Потому шлейка не гаснет. Померяй бы компрессию на длинный, это самый длинный компрессионный. Да? На глубокий. Так бы эфирчику бы. Лейка что, не гаснет? Да. Я знаю почему. Я не знаю, что это такое. Если б я знал, что это такое. В группе нас спросить. В группе? Лен, пиздец. Не, больше не заводи, наверное, слышишь? Звук вообще жесть. Всех соседей разбудили. Выходной день. А, не выходной, сегодня будний. Капец, звук у нее, да? Короче, друзья, решили мы выкрутить все четыре свечки, залить туда немножко масла, поднять компрессию, все это дело закрутить и попробовать запустить мотор. Искра есть, бензин идет. Стартер крутит, аккумулятор заряжен. Почему бы нет? Попробуем. Но мотор, мне кажется, тут капец. Самое главное проверить коробку, карабас. Парень, ну. Ты немного ли тут места уже занял? Слав, тебе надо, говорят. Ты немного ли тут места занял? Где? Вот тут вот. Мелкая, вот машина и все. А это? Ну это моя парковка. А эти? А это уедут? А когда сейчас люди приедут уже с работы? Так сейчас мы увидим. Приехали, ремонтировался. Но. Не ставить. Мы здесь никак не ставим свои машины. Я понимаю, но блин, я вот уже не сюда поставил, а вон туда. А. Куда? Вот. Через дорогу? А, вон, понял, ну. А тут же недалеко отсюда. Ты умный? Нет. А чего подъезда не поставить? Я очень умный я. Самый умный человек. Подъезда-то что не ставить, а там тоже место есть. Потому что я сюда ставлю, если что, а вы тут. Нет, ну просто оттуда. Между прочим, вот это место тоже этого дома ел. А я знаю, да. У меня документы на него есть. Да я купил, знаю, его. Я знаю даже, кто вам этот раздал. Мы тут как так-то не паркуемся на ночь-то. Ну эти машины. Не, эти-то машины уедут как бы без проблем. Уедут, но. Я понимаю, что уедут, но сейчас тоже здесь. Ну, видимо, мужику оттуда сложно вот оттуда дойти. Вот на Ауди, наверное, он приехал. Тяжело, блядь. Вот люди, да? Слава делает вид, что он его не слышит. Да. Вон народ у нас пошел. Не, по сути, ты можешь вообще 20 машин поставить.
и никто тебе слова не скажет. Че, умный? Нет. Самый умный. Знаешь. Выше бери. Выше, выше набрать. Почему умный? Самый умный, Станислав Сергеевич. Но, а то умный. Умный это он подошел тут, права качает. А мы самые умные люди. Там еще это самое, но, видос запили. Как я его на видео снимал. А что, мало ли, кто его знает, может он набросится. Это самое, с кулаками потом хоть предъявить, может что будет. Мужик, он, видишь, курит. Свет такой. Уже замерз уже мужик на втором этаже. Сейчас я подсниму. Вот второй этаж, слева балкон. Но мужик уже замерз в бедной футболке. По чуть-чуть. А так вот леет, по-моему. Ну, давай-давай. О! Вот она машина. В разборе. Так что кому нужны запчасти, Toyota Caldina. Есть двери, вот крыша, капот, лонжероны, может там морда, бампер, стекла, обшивки дверей, все такое вот есть. Мужик, который борчал сейчас на брата, типа много машин поставил, он как Audi припарковал. То есть вот здесь вот машина бы еще бы одна влезла. Но он вот так посередине столько места оставил. Такая ситуация. Вот так люди паркуются и потом ходят, бычат. Бля, места мало. Люди с работы приедут. Да он чихать хотел на своих соседей. Ему свою жопу поближе к дому принести. Самое главное. Да, там у подъезда можно там. Но надо же этот, он хочет, чтобы у него из окна видно было машина. По-любому окна сюда выходят. Хочет без окна. Да и тут камера, может люди надеяться на эту камеру. Она в бок смотрит, но... Ну припарковался-то он, если на Audi. Да он по-любому на Audi Калина тут стоял. Вообще нехорошо. Странные люди. Так что вот, друзья, не получилось у нас запустить 4S. Я видос смонтирую, скину вот в группу. Кто может знает, поможет, подскажет. Ну, думаю еще, какие мысли у меня по этому поводу. То, что насос слабо качает, может топлива не хватает. Попробовать эфиром побрызгать воздухан, может на эфире будет работать. Значит, дело в топливном насосе. Ну, оставляйте свои комментарии. Там посмотрим, что-нибудь сделаем. Я думаю, все равно запустим когда-нибудь. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки нам не нужны. Не надо, оставляйте комментарии. Всем пока-пока.